Тротуары давно надо было сделать. Набережную давно отремонтировать. Нужно признать ошибки. К этому призвал спикер Госдумы местных чиновников. На встрече Вячеслав Володин обратил внимание на недочеты в благоустройстве города. В первую очередь это касается тротуаров и дорог. По словам политика, не везде работы были выполнены качественно. Надо признать, осталось много мусора строительного внутри этих тротуаров. И не везде завезли землю, и не везде посеяли газоны. Это тоже нужно признать. Правильно было бы признать, что деньги, которые выделили на дороги, не везде эффективно потратили. Кроме того, спикер Госдумы отметил, что ремонтировать нужно было не только в историческом центре города, но и в поселках и микрорайонах. Там ситуация сложнее всего. На будущий год Вячеслав Володин планирует оказать дополнительную поддержку для ремонта дорог и тротуаров в Саратове. По его словам, необходимо создать программы еще и по развитию поселков. Когда мы говорим о городе Саратове, это не одна дорога московская. У нас с вами большое количество микрорайонов, поселков. Мы вообще их собираемся замещать или нет? Так скажите прямо. Должна быть изменена система управления. На встрече с городскими чиновниками Вячеслав Володин раскритиковал некоторых представителей местной власти и депутатов. По мнению спикера, многие сидят десятилетиями на своих местах, но проблемы людей не решают. За горожан надо биться. Их права надо отстаивать. Сидят у вас замы по социальной сфере, там, депутатский корпус. Молодцы, сидите дальше. Где хотите жить-то? Спикер призвал обращать внимание на проблемы горожан. Например, саратовцы уже долгое время просят восстановить троллейбусный маршрут номер 9, который раньше ходил из Саратова в Энгельс. Вячеслав Володин предложил губернатору проработать и решить этот вопрос. Полина Попенец, Роман Шильдяев, Саратов 24.